Сезонные весенние работы по благоустройству города стали главной темой еженедельного рабочего совещания в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Как доложил руководитель департамента городского хозяйства Олег Ивахин, в городе работают бойлеры, которые откачивают воду там, где нет ливневой канализации. В основном эти участки в Куйбышевском, Советском и Кировском районах. Рабочий маршрут машин составляют с учетом движения общественного транспорта и по обращениям жителей. Работают бойлеры на откачке воды на Зубчининске, на улице Литвинова, магистральные, и стараемся максимально отследить те жалобы, которые идут от жителей частного сектора. Такая же ситуация и в Куйбышевском районе. Как отметила глава Самары, важен комплексный подход к сезонным работам. Чтобы вода после таяния сугробов не оставалась на улицах, продолжаются работы по вывозу снега на места складирования, а также по промывке дождеприемных колодцев. Погода позволяет проводить и аварийно-ямочный ремонт. Особое внимание в период перепада температур с плюса на минус уделяют тротуарам. Их посыпают реагентами, чтобы не образовывалась наледь. Есть вопросы по гололеду. Ночные минусовые температуры, и днем плюсовые, и, конечно, образуется наледь, что крайне нас беспокоит, и обращаем внимание в первую очередь на подходы подъезда к школам, к детским садам, к объектам поликлинических отделений, к больницам и другие социальные объекты. Также Елена Лапушкина напомнила главам районов и руководителям профильных департаментов и муниципальных учреждений о контроле за вверенными территориями, поскольку так быстрее получается выявить недоработки и устранить их в кратчайшие сроки, чтобы жителям было комфортно передвигаться по городу. Результаты проведенной работы глава города проверит лично во время объезда по адресам, о которых писали горожане в социальных сетях. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.